такое, как в кино. Гена! Хочешь, я буду твоим супергероем? Гена, ну какой ты супергерой? Ты же Гена! Максимум крокодил. Слезай давай. И замерзли от серых историй на помощь. Симптомы. Свет оставил следы на обоих. На твои условия споры. Девушка, здравствуйте. А вы очень симпатичны. Вы не подскажете, как нам до площади Ленина доехать? Это немножечко другое. Я тебе заблужусь, ты совсем обнаглел, что ли? Ребенка не пугай, что ты орешь? Я вообще думал, ты чей? Не смей давай руль! Успокойся, все, поехали! Здравствуйте, это вы, Марина? Да, это я. О, это не вам, это ваша напарница Екатерине. Я вот лично стесняюсь не подойти вот так. Пожалуйста, передайте ей, она завтра увидит. Тут записочка еще есть. Девушка, вы поможете мне? Да, конечно. Спасибо большое. Да помочь же надо. Ничего, так ей надо. Кому надо, тот поможет.
девушка, с вами все в порядке? Вы это мне? Конечно вам, кому же еще? Вроде да. Давайте я помогу вам. А ваша девушка? Я одинок, такой же, как вы. Да нет, я сама. Давайте я помогу вам с пакетом. А это вам. Спасибо. Знаете, Марина, я давно за вами наблюдаю, но никак не мог решиться подойти к вам. Ну, вот вам был шанс. Я благодарен судьбе, что познакомился с вами. А вас случайно не Александр зовут? А как вы узнали? Ну, это мое самое любимое имя. Вы знаете, Александр, спасибо вам большое за цветы и за помощь. Я, кстати, здесь недалеко живу, вы можете меня проводить до дома. Я с удовольствием. И у меня есть бутылочка вина, можем отметить наше знакомство. Походу, хорошо башкой шиндарахнулось. Ага.